Держзаказ по сбору шкла и макулатуры коммунальные предприятия Могилева выполняют. Это не только то, что поособно собирает насельство. Названные отходы полностью выбирают и на смете-перепрацовчем заводе. Але это только 10-я частка от огульного объема смети. Все остальное, на жаль, покуль оседает жаром на сметевых полигонах. Зараз на перапрацовку идет 13 видов другасной сыровины. Это черные и колеровые металлы разных видов пэт-бутелька, шкло, макулатура. Объем составляет 42 тысячи тонн, мы переработали, и процент выборки при этом составил 8,2%. По итогам прошлого, 2016 года, у нас же идет плюсом, было 6,3, сейчас стало 8,2. Упаковочные пакеты, пакеты с подмолочной продукцией еще недавно лечились другасной сыровиной. А теперь эти отходы на смете-перепрацовчем заводе не собирают, а вывозят на полигон. Не идет одноразовая посуда, не идут пакеты молочные, мусорные пакеты, хлорсодержащие отходы полиэтилена и так далее. Есть вторсырье, которое не используется на рынке, да, ведь определяется это чем? Наверное, есть спрос, да, будет и предложение. То есть, если будет использоваться там полиэтилен там, высокого давления и так далее, то, конечно, он будет выбираться и будет использоваться. На данный момент вот все, что у нас на рынке реализуется, мы выбираем и отдаем. Урад республики поставил перед коммунальниками задачу, каб до 2025 года на перепрацовку и шла чверть твердых бытовых отходов. Экологичная безопасность залежит и от умения и ожидания каждого человека поособно собирать смети и по возможности отдавать перевагу упаковке и товарам, рештки яких могут быть перепрацеванные. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, новини региона.